Здравствуйте, дамы и господа. Во славу императора мы начинаем этот стрим. И пока вы говорите мне, хорошо ли меня слышно, я не могу не прочитать донат возбужденного Константина, потому что он пишет: «Артур, мне 34 года. У меня жена и двое детей. Всю свою сознательную жизнь я был гомофобом. Но когда я смотрю твои стримы, я возбуждаюсь, что происходит. Я тебе скажу, Константин, все нормально. Все хорошо на самом деле. И между тем, всем привет. Добро пожаловать на мой спонтанный стрим. Я опять не хотел сегодня ничего делать. Скажу честно, ничего не хотел. Посмотрели фильм, просто топовый вообще, совершенно не ожидал. Фильм называется «Поезд на Бусан». Уже на торрентах. Если ты честный человек, если ты предпочитаешь покупать фильмы только на лицензионных носителях, качай этот фильм, потому что на лицензионных носителях он у нас не продается. В общем, это один из лучших фильмов за последнее время про зомби. И несмотря на то, что азиаты, вы знаете, ну у них фильмы как-то выходят, они как-то переигрывают, не доигрывают. В этом фильме играют все как надо. Фильм топовый, советую всем, посмотрите, реально. Взяло за душу, хороший фильм. Понравился. Глупостей, конечно, хватало, как обычно, но их хватает в любом фильме практически. Вот. Секси-усики. Пропуск в трусики. Дуделка красная только что подписался. Ты только подписался, серьезно? Я же знаю, что ты уже подписывался. Твич, ты чё? Или это была другая дуделка, я не помню. Лорган Орелион рисовался в третий раз и пишет: «Слава симпай императору!» «Конечно! Иначе ты будешь еретик, а это значит, что я приду к тебе домой». Да, и вот это вот. Мега Монастырь ресабнулся в 11 раз. Просто бро, спасибо тебе большое. Ну, я думаю, прошло 11 месяцев, поэтому твои сосочки такие, что на них можно уже насаживать еретиков и ходить вот так вот, короче говоря. Я считаю, что это вполне хорошая положительная тенденция. Посмотрим, что будет на следующий месяц. Пока что поздравляю. Ты сексуален. Вот. Как еще раз? «Поезд на Бусан» называется фильм. Южная Корея. Зомби-апокалипсис. Товарищ вместе с дочкой поехал на поезде в соседний город. Поезд скоростной, и происходит страшная дичь. Страшная кровавая дичь, снята задорно, качественно, зрелищно. Мне понравилось. Денчи рисовался во второй раз. Артур, я название фильма прослушал. А я уже сказал, я уже сказал. С чем суп? Суп с еретиками, как обычно. Пусан. Это ты, Пусан, а фильм называется «Поезд на Бусан». Сейчас, подожди, а может быть ты прав, и тогда я тебя обозвал сейчас, ну-ка. «Поезд...» Ой, ну Пусан. Ой, господи, ну ты понял. Ты все равно не прав, потому что на стриме Артура всегда прав только Артур. Даже если он несет откровенную дичь и выглядит как полный идиот, все должны говорить, что он прав, иначе бан. Прости, пожалуйста. Ну, короче, сегодня поиграем. Я поставлю максимальную сложность. Посмотрим, конечно, по коннекту. Я хочу посмотреть, что там дальше. Если я так понимаю, что это единственная миссия в игре, но, блин, она интересная. В нее интересно играть. Играть будем, как обычно, с вами, подписчики. Поэтому сейчас еще пару-тройку минут подождем, пока люди подтянутся, и погоним. Погоним воевать. На английском «Бусан». Да, я говорю, слушай, подожди. Тут вот сейчас Дима пишет такое, слушай, говорит, а ты вот, типа, в анонсе стрима сказал, что вы фильм смотрели, типа, а где его скачать? Я ему присылал ссылку, а торрент, ну-ка, я сейчас посмотрю, называется Train to Busan, Busan, так что, на самом деле, я тебя забаню, ты был неправ. Ладно, я шучу, хорошо, хорошо, так, сейчас, секунду, ребята. Кристина прислала новое оформление для стримов. Кристина, что бы я без тебя делал? Опять бы вот это вот все из говна и палок собирал бы оформление. Вообще, знаете, что вот это оформление, вот это вот все, вот это вот, сделано из говна и палок. Потому что когда я делаю сам, получается только так. И это сложно. Но когда помогают люди, получается красиво. Поэтому первый вариант все-таки хуже второго, наверное. Не знаю. Играем в Пусан или в Бусан? Я бы сказал, что в Бусан. Хорошо. Спасибо большое. А как же последняя фантазия 15, она вроде уже вышла. Она выходит через 4,5 часа где-то. Сначала будет обширный первый взгляд на канале на YouTube. А завтра, ну, где-нибудь часов, наверное, там в 5-4 по МСК мы уже начнем в нее играть. Это будет долго. Мы будем долго сидеть, пока я не упарюсь. А может и нет, может мне не понравится. Посмотрим. Хорошо. Бухать? Я не бухаю, я практически никогда ничего не пью, кроме пива. Но только дорогое и довольно редко. Либо вина.
Вот. А так я пью. Какой же ты мерзкий, фу, блядь. Ты знаешь, я думаю, что либо ты что-то знаешь, либо тебе сейчас дадут бан. Ой, тебе дали бан. Хорошо. Outlast 2 демка будет? Будет, конечно. Ну, на самом деле она была. Я бы тебе скинул сейчас ссылку в описании, но... что-то, короче... мне сейчас лень искать. Давай мы сделаем так. Ты сейчас пойдешь, ведешь на YouTube Black Silver UFO Outlast 2. И ты найдешь то, что тебе надо. В общем, вот. Кровь забаненных? Да, конечно, конечно. Так, что? Когда DS2? Да я не знаю, но добраться надо до нее. Давайте, короче, вот это вот вы сейчас мне мозг не делайте, ладно? Давайте я просто вот сейчас поставлю паузу и все, погнали. А то мне говорят, что я мерзкий. Не, ну я, конечно, знаю, но, блин, когда тебе в лицо говорят, это же все-таки не так, чтобы приятно. Но Man's Sky еще хотел посмотреть. Не, на самом деле, не подумайте, я даже не обиделся. Ну, то есть я привык. Вы знаете, сколько мне в день всяких гадостей пишут? Ну вот, смотри, если тебе приносят ведро говна, и при этом рядом подъезжает фура, груженная шоколадками с признаниями в любви, о чем ты будешь думать? О ведерке говна или о фуре с шоколадками? Короче, тут как-то точно так же, поэтому я совершенно не парюсь, да. Я не могу нравиться всем, я же не 100-долларовая купюра, верно? Так, хорошо, где у нас игра? Че ты меня опять отвлекаешь? А, я просто еще на Вархаммера, она на Space Hulk в Steam начинается. Вот. Так, сейчас, секунду. Когда мискредитит? Никогда, нахер надо вот такое. Вот эти вот всякие DayZ-подобные шняжные игрушки, они для DayZ-подобных шняжных игроков. Есть DayZ, и тот уже не тот. Есть некоторое количество прикольных игр, но в основном это какой-то шлак. Вот. Обнову на No Man's Sky. Я, честно говоря, не сильно хочу в нее играть, пока не услышу, что там все хорошо. В чем прикол строить дом? Бляха, игра про огромную галактику, а ты сидишь на одной планете и из говна и палочек строишь дом. Это тупо. Ведро-то пахучее, чем кура. А, пахучее? Я думаю, пахучее. Ну, может быть, но это зависит от того, какие цели ты преследуешь. Вот. Кто твой любимый примарх? Ты задал сейчас такой вопрос, и я начинаю волноваться и потеть. Это знаешь, это как во дворе тебя встречают пацаны в 90-х такие. Слышь, ты за того или за того? И ты такой понимаешь, что если ты сейчас неправильно ответишь, то ты получишь в дыню. Вот. И я такой тебе, я ничего не скажу, в общем. За императора! Все. Подожди, а что этот? Что она не грузится? Что-то она долго грузится, что пипец. Но я думаю, это нормально. Я, по крайней мере, на это надеюсь. За императора. Слушай, пока она так долго грузится... Не, реально долго грузится. Пока она так долго грузится, давайте послушаем про суп. Про суп всегда хорошо. Про суп всегда. В любой непонятной ситуации включай музыку про суп. В общем. Игра? Игра висит, между прочим, кстати говоря. Сейчас на нее пытаюсь обратно переключить. И она... Нет, она шевелится. Но вот смотри. Она как бы шевелится. Но что-то такая, не хочу, короче, не знаю. Давай я перезапущу лучше. Потому что это явно ненормальное поведение для данного продукта. Кстати говоря, игру делают те люди, которые сделали The Eye Кибернэнси. Помните такую игру? Кибернэнси, господи. Ну вы поняли. И тут очень много похожего. Игра, грузись, ну серьезно, вчера же все работало, не может сегодня не работать. Стрим виснет, обнови, у меня потерь кадров. Фу, кстати, есть немного. 0 целых, меньше процента, считай, незначительно. Но легкие потери кадров есть, 0,21%. Сафрон пишет, детка, люблю тебя. Хорошо. Влад Цаца пишет, какие ники сегодня хорошие. Привет, Артурка, я хочу быть с тобой, но мой провайдер сегодня говорит нет. Вот тварь, мы найдем его и покараем, не волнуйся, все будет хорошо. Ладно, сидим, ждем, пока пусть грузится. Антошки Картошки пишет, обожаю вас с Дашей по-гейски, уже 4 года пытаюсь донатить. О, заработало. По мере возможности для вас ничего не жалко, хоть я и бедный студент, продолжайте дальше радовать нас, ваших зрителей. Спасибо, что смотришь, бро. Вот такие вот отзывы, они очень дорого стоят, на самом деле.
реально радует. Ну, любого человека порадует, когда ему говорят хорошие вещи и замотивирует. Поэтому спасибо. Так, мы создаем лобби. Если ты хочешь со мной поиграть, у тебя должна быть игра, она на предзаказе. Тем, кто предзаказал Warhammer, вот этот вот Space Hulk Deathwing, им не всем, кстати говоря, дают доступ на эту бету. И, соответственно, она у тебя просто в библиотеке появляется. Ну и, соответственно, ты запускаешь игру. Сервер называется Black UFA 3. Пароль 1999, чтобы только наши заходили. Friendly Fire в этот раз я включу, потому что, ну, пускай будет страдание, чё бы нет. Почему бы нет? И я включаю хост. Black UFA 3, в общем, пароль 199. Немедля идем карать провайдера. Да, ты смотри, у нас кто-нибудь наших обидит, мы потом придем всей толпой. Нас уже здесь, на Твиче, уже там несколько сотен тысяч. Или 170, или 117. Ну, короче, больше сотни тысяч, да. Только с Твича придем, уже всех там перевернем, и ты понял. А представь, что будет, если еще с ютубовскими ребятами придем. Страшное дело, страшное дело. Заходите, ребята, заходите. Мы ставим максимальную сложность. Сегодня я хочу боли. Сегодня я хочу, чтобы нас рвали. Так, секунду. Таркас Прорис обнулся 8 минут назад. Во второй раз пишет: кровь для бога крови, черепа для трона черепов. Ой, ты ничего не слышал, точнее, во славу тропика на троне. В смысле, еретик, как ты смеешь? Не смей. Я хиллера вчера неплохо так вытягивал, но в итоге я посчитал, что пускай лучше кто-нибудь другой будет саппортом. Сегодня игра очень медленно грузится, я не знаю, почему это так, потому что тут, в принципе, медленно грузиться нечему. Давай еще раз вот этим попробую, он был фановым персонажем, и когда у него откроется плазма кэнон, я у него Vengeance практически открыл. А в итоге получилось, что нет. Так, опять полосы по краям, кстати говоря. Ну-ка, секунду. Секундочку, ребят, сейчас все будет. О, смотри, у нас сегодня зато как народ легко заходит. Так что я думаю, в целом все, наверное, будет хорошо. Сейчас мы, ребята, с вами суп наварим. Так, нажимаем ready и ждем еще одного товарища, потому что сейчас нам понадобятся все. Медаль, Аксель Сатмус в третий раз пишет: Артурка, сексуальность. Нет. Мы сегодня Тосю выводили на улицу. На поводке ее, короче. Ну, этот такой поводок легкий для кошек. И этот. Ну, у нас снег валит сейчас, что пипец. Вот такие Тосю в сугроб. Она упала такая. Бля, вашу мать, короче. Было смешно. Даша видео сняла, а может выложит, может уже выложила. Я думаю, там какие-нибудь вот эти вот сердобольные защитники животных подумают, что мы эту кошку мучаем, но на самом деле нет, мы просто, ну, она постоянно просится на улицу. Мы вывели. Friendly Fire и Hard. Да, я тебе говорю, сегодня будет много боли, это будет прикольно. Сейчас, ребята, Лекс. Так, Лекс у нас хиллер, у нас один хиллер есть, это тоже поддержка, как и я. Я хочу вот этим, кстати, Росомахой научиться, но для этого нужно, чтобы в команде был топовый хиллер. А в Лекс я пока не уверен, я его пока не так хорошо знаю. Потому что я должен врываться в толпу и шинковать их всех. Учитывая, что меня там все так рвали на предвысоком уровне сложности, вот на этом. Во, у нас есть еще один человек. А, сейчас он выберет. И, кстати говоря, он, по-моему, вкачан, нет? Вот, и, короче, было прикольно. Погуляли с Тоси, да. I'm ready, y'all. Хорошо, сейчас он вроде... Он выберет, короче, свой класс. И мы погнали. Когда финалка? Завтра, похоже. Нет, вы чё? Ну как же так? Блин, два чувака отвалились. Серьезно, это не серьезно. Ну короче, в этой игре пока что из-за того, что сетевой код это бета, как вы понимаете. Вы из-за моей камеры не видите, но в левом верхнем углу написано Work in Progress. То есть работа в процессе. И, соответственно, не удивляйтесь, если тут куча багов. Один раз игра у меня вчера вылетела. В общем, такое. Если что, я стрим включил, и все будет слышно. Хорошо, Лекс. Мы будем знать. Ну, у тебя будет задержка где-то секунд в 40. Так, ладно, пока народ вроде здесь, я запущу игру. Надеюсь, что они не успеют выйти вот эти вот такие и убегут. В пенисы поиграть. Я, кстати, думал, но потом подумал, играть в пенисы это... Я в реальной жизни в пенисы играю. Зачем мне и виртуально этим заниматься? Так. Сафрон, ты не понял, что ли? Я тебя люблю. Да все я понял. Я понял тебя. Ты только не дерись, ладно?
И Федорао пишет: «Привет, Артурио де Трите, заглянул к тебе на огонек по скриптум, играл в Eternal Crusade, обошли стороной русскую локализацию, смотрю на Deathwing, то же самое. Не то чтобы критично, но немного обидно, особенно для прохождения в Де... Ну да, не знаю. Кстати, не пробовал Eternal Crusade. Что-то как-то мимо меня прошло, но я хочу, я думаю, что я еще этот... Кстати, выпускайте всех котят. Котейка Мур-Мур. Сегодня ники просто топовые. Пароль 1999. Gituberz, не надо вот это вот. Забили на Skyrim Day? Нет, не забили. Ну просто, ну дай ты мне отдохнуть немного от этой игры. Ты же видел, что в последнем стриме происходило? Я обычно на стримах не матерюсь. Я так матерился на этом стриме, что это пипец. Народ, кто играл, скажите мне, здесь одна карта на данный момент или еще одна есть? Чтобы я себя глупо не чувствовал, если мы пройдем. Мы вчера прошли эту карту, просто на ней реально интересно находиться. Ветеран у нас, смотри, какой общительный. Solution тоже, ну, чуть-чуть похуже такой, да? Долго грузится сегодня, я даже не знаю почему. Комп я только включил, по сути. Это, похоже, зависит от настроения левой пятки компьютера или что-то в этом духе. Не знаю. Когда с Жеком новый видос? Не знаю. Одна? Да, одна. Ну, жалко, ладно, что. Но она, в принципе, очень скоро выходит, игра уже, так что ничего страшного. И до того времени у нас будут стримы по финалке. Финалку, кстати говоря, если по сюжету рашит, можно за 15 часов пройти. Но это на самом деле не то чтобы хорошо. Но там по сюжету-то никто рашит, наверное, не будет. Какой смысл в этом всем? Чё-то мы долго грузимся, что пипец. We have encountered gene stealer hybrids armed with ranged weaponry. Генокрады, тираниды, да-да-да, сейчас все будет. А, это зависит от помех в варпе. Я понял. Looking at our scan data, the tech marines have advised that the hybrids may be able to sever the ship where our squads are currently located. Блин, Eternal Crusade. Федорао, может у него на стриме как-то поиграть? Я посмотрим, короче, ладно. Must disable the propulsion system in this sector. If the enemy succeed, we will be forced to withdraw and return in another costly breaching assault. Господи, это реально такая прикольная карта, она так круто сделана. Вот эти переходы. Здесь двойками идешь. Так, напоминаю тем, кто смотрит мой стрим и при этом одновременно присутствует со мной в игре. Включен Friendly Fire. Включена максимальная сложность. Поэтому опасайтесь. Сейчас я буду расстреливать вас в спину и подводить вас. Здесь определенное количество попыток, я так понял. И после того, как определенное количество людей умирает, игра заканчивается. Ну, миссия заканчивается. Что пьешь такое? Кровь подписчиков. Вернее, забаненных подписчиков. Сафрон, я же тебя заканаю. Не надо меня канать. Канай отсюда сам. Токтик Мас пишет. На плазмодрын. Хорошо. Так, я надеюсь, никто не отвалился. Но я думаю, что грузиться они будут довольно... Сейчас мы еще ждем двух людей. Я боюсь сюда один идти, бро. Один боюсь. Мешочек, здравствуйте, ты слышал про хоррор-игру Canarium? Да, слышал. Игра от создателя Darkness Within, пока есть группа людей, которые контактируют с разработчиком. В целом, эта группа и вдохновилась Зотроп на создание нового шедевра по Лавкрафту. Дата выхода... Да, я знаю, да. Да-да-да. Мешочек, я тоже жду. Кират, стоим, ждем. Просто стой здесь, защищай эту точку. Стой тут и защищай, все. Слушай, а мне можно как-нибудь? Я бы хотел, чтобы... Чтобы более пафосно как-то они ходили, что ли. I will go ahead. Follow me. Ищет меня, смотри. Неповоротливый холодильник. Никсо я трясавнулся в пятый раз. Спасибо большое. Так, ребята очень долго грузятся, походу. Ладно, мы можем пойти на самом деле. Слева тот робот. Какой робот? Господи, там кто-то издает страшные звуки. Наверное, это не очень хорошо. Этот лифт привел нас сюда. Ладно, пока ваш чат нет. Нету пока. Да, вчера тоже очень многие не могли найти сервер. Так, вот еще один подошел, отлично. Так, ну хиллера у нас пока нет, поэтому... Подожди, вот хиллер вроде. Нет. Господи, у нас же Friendly Fire включен. Аккуратно, аккуратно, парни, простите. Надавал по щам всем. Так, хорошо.
Давай я буду хилером, раз таки. Господи, как оно медленно работает. Почему? Почему, интересно? Давал в щи, короче. Так, хорошо, я хилер. Я хилер, я все сделаю, ребята. Только не злитесь на меня. Я не хотел вас мять. Сначала я похилю тебя. Симпай, атакуем. Что у тебя написано? Да не вертись ты, не вертись. Что на плече-то? А, чтобы не расслаблялись. Ну да, типа, вот так, еще один пришел, отлично. И у всех, короче, гатлинган. Все как увидят гатлинган. Что ты так долго? Мне не нравится этот... Окей, гайз. Move to this point. Давайте, погнали. Вперед! Вы же не хотите жить вечно, макаки! За императора, мать вашу! Бей хаоситов! Слушай, я бы взял этот автомат. Угу. У меня, кстати, хорошая пушка. Не думай, что раз я суппорт, у меня плохой болтер. Нормально у меня болтер. Нормально раздает. Очень неплохо вытаскивает вообще правильно. Прикольно, они тупо, ну, двери открывают только вот так, пафосно, вот. Пошла жара, не забывайте про Friendly Fire! Friendly Fire, ребята! Сзади подходит. Уже не подходит, понял. Что, Даша? Я видео сбросил на стену. А, ну сейчас, короче, на перерыве пойдем посмотрим, наверное. Если я не забуду. Сзади подходит аккуратно. Сзади что? Ау! Ну больно же! Своего бьете! Ну больно! Ибо! Музыки не хватает эпичной. Погнали. Я хилю вас, хилю, ребята, вперед. Давайте как-то не стоим в коридоре, проходим. Давайте не будем сталкиваться в коридоре лбами. Под хил пошел. Ох, твою мать, снизу много всякого дерьма. Пошел подхил, все нормально. Варим суп! Варим из этих тварей сраный суп! Не, ну конечно, хиллером играть интересно, но не так интересно, как могло бы. Ау, больно! У нас либо стрим сейчас висит, либо одно из двух. Все плохо. Так, суп наварили, паника. Музыка была столь эпична. Так, давай пока музыку прекратим тогда. И ждем. У меня по-прежнему стрим идет, поэтому пишите, когда наладится, короче говоря. Если все нормально, то... Ожило. Ну, я не знаю, я ничего не делал. Оно само, короче. Меня бы кто хилил, потому что мне довольно плохо. А почему я так медленно двигаюсь? Из-за лагов, наверное, опять? Почему я так медленно двигаюсь? Реально, я чувствую, я лагаю по-страшному. Потерь пакетов сейчас нет. Я больше музыку не буду включать, она плохо действует. Что со мной? Это нормально, то, что со мной происходит? Вроде как, да, но при этом... Хер его знает. Я не могу бегать. Вот эта скорость, которой я могу только идти, наверное. Сейчас пойдет под хил. Живи, родной, живи. Что со мной не так? Попробую ударить. Может, оживу? Да нет, вроде. Тебе ноги подбили. А, слушай, у меня ног нет, точно. Ну, это вы меня отвлекли, как обычно. Слушай, ну себя-то я подхилить не могу пока. Сюда беги, Кират! Кират!
Кератру, Аники, давай. Ног нет, господи. Себя хилить я не могу. Если бы кто-то из вас сейчас на секунду стал бы хилером, подлечил меня, и мы бы двинулись дальше, это было бы решение проблемы. Да вон же он, господи. Серьезно, Ребзи. Я ног не чувствую, ребята. Ног нету. А, мне больно. Вспышка справа. О, у меня сейчас будет этот, на себя подхил. Нет? На этом левеле. Или нет? Ног не чувствую. Когда у меня ноги отвалились? Это когда я спрыгнул вниз? Оно на этой сложности так работает или как? Если так, то это забавно. Так, у тебя похило все нормально. Ну больно мне, ребята. Больно. Господи, мой костюм поломан. Хиллером круто гамать. Довольно просто, ты знаешь. Но прикол в том, что не так интересно. Но хиллер всегда должен быть в команде. Без хиллера они никуда не уйдут. Вот эти вот. Ребята, вот Керат, по-моему, хочет взять хиллера. Нет? Нет. Никто не хочет подхилить меня. Тактически грамотно они думать не хотят. Они не хотят ничего делать. Они только хотят убивать. Даже дверь не закроют. Понятно, понятно. Ясно, ясно. Зачем ноги, когда есть вера в императора? Чтобы верно служить императору, нужны ноги. Без ног нет веры. Давай библиарием, было бы здорово разные классы посмотреть. А как ребята без меня? Они ж помрут. Ох. Господи, ну ты же уже дымишься. Ну подходи ты ко мне, лечись. Ну. Что происходит? Такое ощущение, что кто-то из них что-то хочет. Так, секунду, сейчас тебе будет подхил. Все норм. Хиллера никто брать не хочет. Понятно. Понятно? Неужели твоя вера в императора настолько слаба? У меня нет ног, но я двигаюсь вперед. Что еще можно сказать о моей вере? Я считаю, что... Ты еретик, и я убью тебя. Больно. В ногах веры нет. Вроде нельзя второго хила. А, ясно. Так, ну как хиллер я им, наверное, сейчас не сильно помогаю, да, такой? Я возьму штурмового болта. И теперь возьму... Это я таким образом похилился, что ли? Серьезно? Или, может быть, я количество попыток сейчас жираю? Так я не буду пока злоупотреблять. Не, ну, блин, хиллер-то в команде по-любому нужен. Не знаю... Я не думаю, что у меня снова с ногами что-то случится, поэтому давай. Без хиллера вообще никак. Я буду делать вещи. И так мы будем жить. Тихо-тихо, спокойно. Я надеюсь, вы мне скажете, когда вам будет требоваться лечение. Ползи, но верь в оператора. Я лучше буду без ног, но идти вперед. Чувак! Приготовьтесь. Ау, ау. Ну хорош. Ух ты, сучья выбя. Что-то мне херово стало. Ну, блин, я хилить я пока не могу. Не нажимайте кнопки, пожалуйста. Не надо нажимать кнопки. Слушай, а мне вот ноги отросли, да-да-да. У нас одного свернули, по-моему, нет? Ребята, этого зря сделали. Зря удажали кнопку, они же... Без войс чата сложно. Нас сейчас убьют. Не попадаем по своим, держимся. Сейчас у меня подхил через 8 секунд. Да ракетчики же, вашу мать!
Что я могу сказать? Плохая команда. Не, на самом деле команда была нормальная, но просто... Зачем вы нажали кнопку? Надо было сначала подкириться, а потом уже, бляха, идти на... Ох, вот это вот я быстрее всех нажму кнопку, я буду первым, побежал, нажал, пошла волна. Ну, конечно, конечно. Хорошо. Ох. Ну, вы же не думаете, что мы с первого раза вот это вот... Может, это го обратная сложность? Нет, я Friendly Fire выключу, потому что... Нет, я буду с этой сложностью играть, мне интересно. Так. Black Ufa 4. Пароль 1999. Friendly Fire включен. Хостить игру. У Тоси на видео глаза как прожекторы. Серьезно. Так, ну-ка секунду. Секундочку. Обнинский террорист. Blood for Blood God. Влад Цаса. Я ненавижу две вещи, моего провайдера и моих соседей, которые устроили советскую дискотеку. Меня тоже соседи любят. Нормально ж, нормально все. Не ненавидь их, все будет хорошо. Блин, я хочу другими классами, но никто не берет хиллера. Может быть, давай я возьму... Нет, этим я точно, этим надо уметь играть. Но с другой стороны... Давай им побегаем, давай. Айскальди. Артурка, скажи, мы вчера лучше были. Да. А вообще, спасибо за то, что поднимаешь настроение своими видео, побольше упортости, эпичных персонажей, вроде поп-копа игрок. Так еще раз спасибо. Спасибо, что смотришь. Максимальная сложность. Friendly Fire. Будет топово. Так, это я, получается, могу ставить щит, сдерживать толпу и при этом херачить их. Так, здесь у нас есть... чувак с болтером, да? С болтером. Здесь у нас есть ас. Еще одного человека мы ждем. О, все, смотри, в этот раз оно хорошо все пошло. Так, I'm ready. Starting game. Кракозябер, спасибо большое. Церера, спасибо за второй месяц подписки. Вы большие-большие молодцы. Иван Иванович, я не знаю, когда Elite Dangerous, под него реально настроение надо. Посмотрим. Жми кнопочку, и ничего не происходит. Ну смотри, видишь, все нормально будет. Так, все, погнали. Я надеюсь, загрузка сейчас будет получше. Посмотрим, что тут за ближний бой. Вот, допустим, с этими, с когтями мне понравилось. Было прикольно. Биомалхюр. Я не знаю, как он читается. Но спасибо тебе за ресап второй раз. Мне нравится твой ник. Сейчас будет как в гладиаторах VR. Вот смотри, как быстро говорится. Вот этот вот раз, он просто лакерский, я тебе говорю. Он лучший. Я это вижу. Смотри, как оно быстро идет. Супизитор. Я вижу в чате много ереси. Именем Священной Суповой Инквизиции я приговариваю чат к очищению супу и объявляю борщ. Хорошо. Когда эта игра выйдет... А когда она там выйдет, в чат? 9-го, по-моему, да? Подхил для Артура. Я ухожу. Не надо. Не надо вот это. Хорошо, ребята. Ну, в смысле, какие... О! Подожди секунду. Почему у меня вот это вот? Я не хочу быть Росомахой, я и уже играл. Я хочу быть Мейсом Абсолюшена. Так вот я ставлю щит. Я через щит могу прям бить, понял. Держитесь, ребята. Ты что, исчез? Как ты смел покинуть нас? Так, у нас есть ас, Тоби Фишер. Подожди, а ас умер? Ну, это, я думаю, считается, что он, типа, ушел от нас? Покинул нас, нет? Я щитом могу отмахивать вот так. Тихо, спокойно, ас. Ас, ты живой? Тоби Фишер, ас. Так, нас двое. Третий ушел, но не факт. Сейчас давай немного, подождем, может, он грузится. Final Fantasy 15 сегодня уходит. Да, я знаю. Завтра первое видео выйдет, потому что они припоздали немного. I will go ahead. Follow me. Take this position.
Стоим тут. Стоим, ждем. 9 декабря? Ок. А зачем мне зум вообще, если у меня дубина? Так, а что у меня за скилл? Прикольно. Ты убил Аза? Нет, я его не убивал. Сейчас вот это вот постоянно приписывает. Он вернется. Сейчас посмотрим. Ладно, чё, пойдем. Может, так, хиллера у нас, конечно же, нет. Это значит... Знаешь, что это значит? Это значит, что нам, скорее всего, вилы. Потому что никто не хочет играть за хиллера. А почему... Так, вон, Аренский... Все, все нормально. А ты наговариваешь что-то. 9 декабря выйдет эта игра. Господи, кто 9 декабря выйдет? Ладно, хилить нас никто не будет, пойдем. Хорошая команда, хорошая, хорошая команда. Кто возьмет хиллера? Кто возьмет хиллера? Никто не возьмет хиллера, я пошел. Это я неплохо зарядил. Зум для того, чтобы присматриваться, куда именно в пах бить. Патрик Морган, спасибо большое за саб. Андрейка, спасибо за ресаб в пятый раз. Отойдите, отойдите, братья. Вот так. Его нахер разложило просто на атомы. Держим, 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 держим. Со спины кто-то подходит. Но это ваши проблемы, на самом деле. У меня по башке только дали. Аккуратно, я жду. Так, я пока ничего не могу сделать, поэтому просто тупо жду. Слушай, это реально топ. Медик. Там кто-то лезет, я его слышу. У меня голова болит. Арен, пожалуйста. Однерочку нажми. Спасибо. Ты просто цаца. Он там наверху по-прежнему, нет? А, это сзади подходят, ребятушки. Здесь наверняка где-то... Чувак! Так, я больше не прыгаю здесь. Это плохая идея. Ау! Да, господи. Кто ж меня так зарядил? Я тупо рашер, короче говоря. Но без меня это все может... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да отойдите вы, господи, я же вас прибью сейчас. А-а-а-а! Я не понимаю. Я не знаю, на этой сложности что-то как-то... Либо меня хилить постоянно надо. Что за умение, оно не нажимается. Либо чё, но я пока не оценил, честно говоря. Оно весело, но, бляха. Я просто своим братьям мешаю. Просто мешаю им расстреливать. Так. Господи, отлично появился. О, все, мне вилы, короче. А где наши? А вон наши. У нас один остался человек. Спокойно живем. Сейчас все отспаунятся. Арен, подхиль. Подхиль, Арен. Арен, нужен подхил. Просто до него он стрим услышит через 40 секунд. Вот, отлично. Все, погнали. Ау, ну что же такое? Слушай, ну на этой сложности реально челлендж как-то прикольно. Постепенно притираешься к пацанам. Там снизу сейчас могут набежать, кстати говоря. Где ты есть? Я тебя вижу по отблескам. Так, минус раз. Как ты, сучье вымя, твою мать.
Охереть на коту. Стоим, держим, стоим, все нормально. Наших положили всех, серьезно. Отходим, тактически действуем. Вот же дрочь, я не понимаю, бегает тут такой маленький. Ау, руку отбили. Да сдохни уже, тварь. О, спасибо за подхил. Так, интересно, чего у меня за скилл? Я его попробую, когда будет много народу. Потому что он очень долго копится, 2 минуты. Турели можно хакать, я знаю. Но я не знаю, этим ли классом. По-моему, этим, кстати говоря. Так, я лучше сюда пойду, а то они меня сейчас расстреляют, точно. Я тебе говорю. Ублюдок, мать твою. А ну иди сюда. Я его вижу. Что-то какие-то они крепкие. Ребята, вы там как? Вы там как? Так, у нас один товарищ, я не совсем понимаю, что с ним. Похоже, с Азом что-то по сети, нет? Нам просто сейчас нужны как бы все. Медик не следит. Да нормально, он следит просто. Ну, всегда, когда кто-то за медик играет, все такие, типа, ты медленно, медленно, тому подобное. А, ты отвалился? Ничего страшного, это нормально. Это бета пока. В полную еще поиграем. Сейчас кто-то может зайти к нам, по-моему. Прикольно, когда по своим нельзя стрелять. Намного интереснее игра становится. Что это у него, ракетница, что ли? Или что это? Ты откуда взялся, сука? Скайрейн, легкий подхил. У меня ножки бобо. Пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Меня сейчас жует этот. Минус раз. Какие же вы, сука, крепкие-то все, а? Так, давай отходим, бро. Все, хилер пришел. Но я себя плохо чувствую. Подхил, пожалуйста. Подхил. Подхил. Нет? Спасибо. Так, врывает. Где-то сзади, сейчас сзади подойдут. Left for Heretics, да. Да-да-да. Не знаю, пока игра очень нравится. Где-то там с учебами есть. Оно, короче, не простреливается отсюда, я тебя понял. Хорошо, я выдохся. Ну, сдохни, тварь. Шумно. Теперь опять сервер не видит Артура. Ну, нормально все будет. Все будет хорошо. Сейчас, погоди, нажимай. Потому что... Вот, человек потерялся у нас. Подожди, может, он какой-то секрет знает? А прикинь, сейчас мы... Пойдем сюда, а он кнопку нажмет. Куда ты, ну? Ну, что ты тут? Что ты тут хочешь? Что тут такого? Что ты тут нашел? Нет ничего? Ну вот видишь. Ау. Дропы небольшие, минимальные. Ты практически их видеть не должен, потому что это 0.5%.
Что, господа, давайте приступать. Втроем мы думаем, мы справимся. Сейчас надо будет как-то, чтобы все мы стояли и не попадали друг другу в зону обстрела, потому что иначе будет не очень хорошо. Ау! Нас четверо, отлично. Еще мне много подхило. Милосердная смерть. Так, все, готовьтесь. Я пойду сюда, чтобы, короче, по ним не стрелять. Фильм, который я смотрел, называется «Поезд на Пусан» или «Бусан». Мы тут так и не поняли с чатом. В общем, прикольный фильм. We have to prevent the enemy being reinforced from the nests we have just discovered. Слушай, я свой скилл так и не попробовал еще. Мне что-то как-то не доводится. Пусан, да, фильм про зомби. Все, живо-здорово. Стоим, держим. Так, мы все сделали, я там слышу кого-то, между прочим. Да вашу мать! Поезд Пусан отлично. Да, вообще что-то дико понравилось. Я вообще не ожидал от него ничего хорошего. У него подхил просто, ну, типа, рефилится, короче говоря. Понимаете. Кто бы тебя подхилил, Скайрей? Ну, у тебя, в принципе, уже должна открыться скоро вот эта вот тема. Все. Follow me. I will go ahead. Follow me. Подожди секунду. Так. А я там не был. А, так, сейчас. Секунду, ребятки, сейчас кое-что проверим. Мы отсюда пришли? А что за этой дверью? Не-не-не-не-не, мы вон оттуда пришли. Так, ладно, ладно, ладно. Понял. Brothers, follow me. Да спускайся ты уже, говно. Ау! Моя херня работает. Не, что-то сделала она. Вот это накат. Так, нашим хана. Но я все еще живой, но мне очень-очень больно. Двоих наших свинтило. Какая сложность максимальная? Friendly Fire включен. Половина пуль, по-моему, от своих залетела. Ау! Император, ты не берег меня. Я теряю веру. Хотя ладно. Ждем, ребят. Ждем, как они появятся. Иначе мы не жильцы. I require medical assistance. Игра просто классная, да? Ahead, забав. Сейчас у него подзаряется, он просто отреспавнился только. Поэтому... Ох, так, теперь ему надо подхилить Фурификса. Ну, у того, в принципе, относительно нормально все. Слушай, сейчас же может очень плохо все быть. Вы бы вот тут постояли, я бы наагрил тварей, а после этого побежал бы обратно. Ну ладно, хрен с ним.
Император не туда. Ладно, что, ребята, прощайте, сейчас нас убьют. Я же говорил, что сзади будет бог-воск. Я тебя слышу, тварь. Ты, тварь, что себе позволяешь? Твой скилл — возрождение союзников. Да, серьезно? Вставай, родимый! Ау! Все, я лег. С одного удара практически. Ладно, на меня, конечно, никто не возродит. Но если они сейчас не побегут, мы выживем. Потому что если они побегут, там мега мощный моб. И вот это вот. Глонок, спасибо за подсказку. Я просто, ну, ты понял, ты же видел, я спешил, взял класс, не успел прочитать описание скилла. Хорошо, ладно, я все оттягиваю момент. Но пришла пора нам идти вперед. Ребята. Не вставай, твою мать. Помни себе. Помни себе норм. Мы славу императора умрем, мы все. Бежим. Ну ладно. Встаем вот здесь, крест-накрест, стреляем в эту тварь. Ладно, прощайте тогда. Его заваншотило практически. Не перекрываем обзор друг другу. О, тут и со спины. О-хо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 . Ни хера не вижу. О, нет. Нет, 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 нет. Ну там не только я, там все require его. Давай, родимый, давай, подхили меня, пожалуйста. Я весь горю. Отлично. Спасибо, отлично. В полете его еще порешетило. Нашего зацепило. Где он есть? А, он уже ложил, пока вот это вот. Я крою пока задний проход. Я крою задний проход. Хорошо звучит. Артур правильно играет, он значит, что тылы надо держать. Конечно, я слишком много играл в Left 4 Dead. Значит, Left 4 Dead, по сути, игра. По-моему, кто-то кому-то сейчас... Ну, вон же, вон, ребята. За императора мы все умрём. А. Давай, закрой эту дверку, закрой. Давай. А ты ломаешь, да? Ох ты, красава, молодец. Умночка, умночка. Иди вперед, я... Ладно, я не хотел сам вперед идти, потому что зачем я, если есть вы? Если все одновременно умирают, игра прекращается. Это очень легко сделать в местных условиях. Давай, давай, пойдем. Пойдем сюда. Пойдем, Арен. О, да, это же гнездо. Не-не-не-не. Не иди за мной. Я просто хотел рашнуть. Сука, сдохни! Нехана. Ну, блин, я неплохо держался.
Ребята, просто живите! В прошлый раз мы тут сдохли, кстати говоря. Чуть-чуть, бро, чуть-чуть. О, сзади! Живи, живи, родной. Две, одна. Жмурься и бей, жмурься и бей. Все, пипец. Что-то они такие толстые. Ну, максимальная сложность, что ты хочешь-то. Leave, brothers, leave. Ладно. Ладно. Пробилку не забывай, ты же резать можешь. Да, я могу, но у меня до нее сейчас было 30 секунд еще. Нет, на такой сложности надо играть только если есть voice-чат, потому что без него тут нереально. Ну, то есть ты постоянно им должен говорить, что там сзади кого-то что-то. Ах, ладно, давайте чуть снизим еще. Давайте, почему бы и нет. Так, сейчас, секунду. Пока вот это дело, слушаем музыку про суп, почему бы и нет. И, соответственно... так, это не то, что мне сейчас нужно. Ясно, ясно, понятно. У тебя же воскрешалка была. Она есть, но когда она не активна, она ничего не решает на самом деле. Ну, я думаю, ты понимаешь. Ох, советчики, бляха-муха. Так, хорошо. Хотя ты знаешь, пускай музыка играет. Она совершенно не мешает. Хорошо, мы делаем сервер. Название... Хощу. Название сервера. Вон, народ радуется, типа, вот, наконец-то уже. Теперь я поиграю. Black of Fire 5 называется. Пароль 199. Friendly Fire включен. Хостим игру. Играть будем на предмаксимальной сложности. Суп наварили, да. Откуда этот суп? Этот суп из еретиков. Сварпа. Mm-hmm. Заходите. Блин, я хочу больше карт. Я надеюсь, здесь мультиплеер будет годный. Я надеюсь, синглплеер будет годный, потому что там сценарий, насколько я знаю, пишет чувак, который писал как раз-таки про серых рыцарей. Про этих вот. Или как они? Про мертвых стражей. Что-то такое. Ну, короче говоря, книгу писал про этих ребят. Слонеж, совершенство тебе и наслаждений. Не надо вот этого вот. А то приду к тебе домой. Устрою экстерминатус. Так, ну у нас, в принципе, те же самые люди заходят. Я думаю, что это зависит еще во многом от региона. Может быть, еще что-нибудь такое. Так, надо класс поменять. Потому что реслка, это, конечно, весело. Это смерть. Так, мы можем только, короче, один... Каждый персонаж может только один класс взять, и он закрывается. Неплохой класс, я наверное, с ним и буду. Power Fist. Так, Reinforcement. Ага, Reinforcement 2. Так, это у нас... Падшего. Это быстро призывает... Ну, до третьего у меня уровня и не светит. Погнали. Кто такой император? Император — это император. Хорошо, ребята, давайте начинаем. Хочется больше карт. Больше карт хочется, потому что карты реально эпичнее. Влад Цаца пишет. Где Гек? Где он? Витязь пишет. Здорово, Артурка, скажи, что делать, если влюбился в девушку старше меня на 4 года? Который живет в Калининграде, сейчас я готов ехать к ней туда и делать ей предложение. Скажи, стоит ли ехать? Я не знаю. Ну, откуда я знаю, что у вас там как? Ну, мне девушка понравилась, я к ней поехал через полстраны. Если она мне понравилась, ну, как бы, это твое дело. Я не знаю, как у вас там по отношениям.
Уверен? Езжай, не уверен, подумай, пообщайтесь еще. Санкаджи, привет, Артур, клави кусочек золота на суп, великий император. Спасибо. Ну серьезно, на самом деле, я ж тебе не этот, как семейный психолог, я не могу такие вещи сам говорить. Император труп на троне. Ох, сейчас я, короче, приду к вам домой. Да, мы знаем, да. Ты не обидишься, если я пойду в Fallout 3? Дары Дейл from ХК, я очень сильно обидюсь. Не смей. The Tech Marines have advised that the hybrids may be able to sever the ship where our squads are currently located. Я знаю про ближний бой. Зачастую гораздо эффективнее просто высадить вот это вот. А когда перезарядку уже даешь вот так. Так, все на месте, ребята. Давайте затащим сегодня. Нам с вами нужно идти за мной, потому что почему бы и нет. Господи, какое эпичное место. А я могу? Нет, не могу. Слишком крепкие двери. Ломай ее. Нет, так неинтересно, это не пафосно. Проходите. Не надо. Ну. Вот так эпично же. В смысле? Коротковат кулачок. Спасибо за подхил. Ты прям тащишь. Откуда музыка? Из Вархаммера вся? Так, сзади подходят ребятушки, я их слышу. Давай, родимый. Я же знал, что ты тут. Моя вера была сильна. А ты мудак. Поэтому получи. Так, там еще подходят. Ох, вот это накатывают они. Вот это накатывают. Там еще есть. Смотрим на радар, не забываем, ребятушки. Быстрее! О, я же говорю, так эпичнее дверь открывать. Только друг друга не повредите. Никого там нет? Зона видимости перекрыта. На, тварь, в голову. Да, блин. Вот так, отлично. Отлично, сразу левелапнулся. Двери-то я закрываю, только далеко не всегда получается их хакнуть после этого. Ну шо там, братья? Шо там и как? Мне кажется, или кое-кто сейчас рипнется. Подхильте его, пожалуйста. Кишечки полетели. Чейз, спасибо большое. Давно грустил тебе на стриме, что с девушкой смотрели твои видео. Потом писал, что возобновили общение, стрим Beyond Two Souls. Теперь живем вместе, лол, пили хорроры, смотреть нечего. Хорроры всю предыдущую неделю, на этой неделе тоже будет, но... Дай передохнуть. И так видео много выходит. Он сегодня хоррор был. Ну, не особо страшный, но был. Ну, в общем, я рад за вас. Реально поздравляю. Сегодня так мило все. Такой... семейный стрим. Кому куда ехать, кому с кем отношения завести. В этой игре реально музыки не хватает. Да нет, на самом деле, я сейчас просто включил для разнообразия. А по первому разу она именно тут жутко должна быть, атмосфера такая. Я подумал, что я стреляю по своим. Влад Цаца, передай Олегу, что он гусь. Олег, ты сексуальный маньяк и очень прекрасный мужчина. Не дружи с Владом, он говорит про тебя гадости. Ладно, я шучу на самом деле, но, в общем, я бы на твоем месте постерегся от знакомства с ним. Ладно, я шучу, короче. Ты гусь. Спокойно, ребятушки, спокойно. Не могу стрелять, вижу вражеские домы.
наконец-то есть свободная зона. Я ж тебя вижу. Вот так, давай, родименький. Вот так, хорошо. Фух. Может, песенку про суп уже поднадоело? Вообще, я сейчас и эту выключу. Может быть. О, чавкает, чавкает. I will go ahead. Что это? А, вы турель не сломали? Или это не турель была? У меня не сильно и поломало, но ладно, спасибо. Слушай, после максимальной сложности, предмаксимальной, кажется, такой простой. Ну, вчера просто мы на этой огребали, а теперь уже как-то так просто, кажется. Почему стрим не работает? Не знаю, стрим без потерь пакетов идет сейчас на данный момент. Обнови. Хотя ты не видишь, если у тебя стрим не работает. Ну, как обычно, мы могли с тобой оттуда пойти, но нам это не нужно, верно? Ох, рвет. До свидания. Блин, интересно, а где же все-таки какие-нибудь секреты? Я знаю, что на этой карте они и есть. Только мы сколько проходили по этому маршруту, так и не находили ничего. Тут мимо карты еще можно ходить. Я просто не могу стрелять туда, ну, потому что вы понимаете. У меня перекрыт весь сектор обзора. Куда, твою мать, стоять? У меня слишком просто бока широкие. Здесь как в контре нужно ствол вниз уводить. Шумно! Сзади, сзади, сзади! Шо это там такое? Тихо, 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 тихо! Ау! Что-то больно настрелял, я ж не ожидал. Там турели сейчас вылезут, аккуратно! Сзади, сзади турели! Все, я сделал. Фух. Так, подхил нужен. Подхил арену. Нет, не мне, ему. 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 Подхилить его надо. Да и себя подхилить. Фури, подхили арена. Я не пущу никого, не нажимайте кнопку. Подхили его. Ты подхиль арена. Я сделал. Фури, подхиль арена. О, смотри, видишь, он на стриме увидел задержка. Отлично, все, теперь можно жить. Жалко, ты себя подхилить не можешь. Я говорю, без voice чата здесь очень сложно. Жалко, что он не работает на бете. Хотя бы такой. Я не говорю там про скайпы всякие. Так, приготовили, сейчас полезу. Mission status acceptable, brothers. Destroy the nest of Xenos in the adjacent planet. The lion dies out of here. We have to prevent the enemy. Отлично, хорошо прошло. Релоад пошел. To prevent this, we must disable the propulsion. Сейчас справа еще вылезет чучело. If the enemy succeed, we will be forced to withdraw. Ну, в смысле? Ох, твою! Precious time and lives will be wasted. Friendly Fire, он вот этой штукой своих сшибает тоже, между прочим. Иду на помощь, иду на... Хотя тебе не нужна помощь, я это вижу. Лагает. Еще один человек пишет, что лагает. Вы двое выдумываете, наверное. На самом деле, сегодня Twitch немного подлахивает, да.
Так, все норм. От орков не очистить корабль никогда. Слушай, я хочу уже, чтобы орки были. Было бы прикольно. Так, на самом деле... Все, замолчи, пожалуйста. Выдумывают? Не лагает? Ну ладно, ладно, хорошо. Я все же думаю, что вы врете, но ладно, хорошо. Чувак! Ой, а контрол... А что я делаю контрол? Я только сейчас узнал. Подожди, это блок, может быть? А я и не знал, что на контрол нажав... Спокойно. Вот он и хакает все. Давай, 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 родимый, давай. Отлично. Хер сюда кто войдет. А я не умею ломать. Ну, взламывать. Я пока что-то как-то забыл. Вчера помнил, сегодня забыл. Даже на планшете лагов нет. Ясно. Я думаю, тут не в планшете дело в первую очередь. Валится, валится это дерьмо. Так, все норм. Только одного чуть не убили, но я бы его поднял бы сейчас. Тут даже поднимать особо никого не надо. Но подхил людям бы не помешал. Сейчас у него перезарядится. Тося, что ты делаешь тут? Не знаю, я от этой игры оторваться не могу. Мне не надоедает пока. Весело. Сейчас большая дуделка вылезет. И это будет не очень хорошо. Арен, ты сейчас бежишь обратно. Встаем, крест на... Крест на крест. Или не крест на крест, я не уверен, но... Они просто встали. Смотри-ка, чувак просто сзади подпер. Ау. Как хорошо получилось-то, да? Но они просто закрывают, мы не можем стрелять. Они реально в Dark Souls напоминают тех двух чуваков с щитами во второй части, помните? Так хочется по лестницам подняться. Жалко, здесь нету... Ау. Более подвижных классов. Ну, я понимаю, конечно, это ультрамарины. Но если подвижные, ловкие ультрамарины, если кто не знает... А не только эти холодильники. Мне вообще вот это вот, короче, радиатор сзади напоминает запорожец какой-то. Белые запорожцы, синие запорожцы. Хорошо, хорошо. Эта игру ли выйдет на PS4? Я не знаю на самом деле. Стоять! Куда твою мать? С орками было бы топово, да. Я с тобой соглашусь. Откуда? Лежать, сучья вымя. Хо-хо-хо, нашинковал. Так, сверху кто-то пасет эту тварь. Только я не вижу, кто пока. Так, кому-то. Определенно. Бей его, бей. Где ты есть, сучья тварь? Хочу, который с цепными саблями. Я думаю, цепные сабли завезут. Еще одно только перекрестие, а мы тут проходили в прошлый раз, нет? А ты не бойся, мы сейчас с двух сторон подошли примерно туда же. Здоровье у него полное, все норм. Да меня больно-то хилить не надо было. Безделье суть ересь. Ну, вообще-то да, но не будь таким категоричным, брат.
В этой игре ксеноморфы как-то не сильно котировались бы, по-моему. Их бы тут свернули буквально за пару минут. Так, вы чувствуете, что вам сюда? Вы хотите об этом поговорить? Мне стоило только загуглить, да, выйдет на PS4. Прикольно. Здесь на самом деле прикол в том, что... Я что-то опаздываю мимо битв, разговаривая с вами. Иди сюда, сучье вымя. Ау! Больно! А, он работает. Какая твоя любимая игра по этой вселенной? Наверное, вот это будет. А до этого мне Dawn of War нравится, первый, второй. Ну, второй я не так много играл, как первый. У меня что-то времени не было. Battlefleet, Gothic Armada, говорят, тоже неплохо получилось. Но тоже не пробовал. Ох, там что-то злое, походу. Слышь, мы тут были, только сверху. Нет? Я начинаю ориентироваться здесь по-легкому. Где-то есть. Куда, твою мать? Встаем, встаем, не расслабляемся. А сейчас меня навернул. Ой, мама. Аарон, больно, спина. Не могу пока поднять Тони, но это было плотно. Финалки сегодня не будет, сегодня нет. Сегодня она выходит поздно. Завтра уже поиграем днем, вечером там. Где-то так, короче. Так, сейчас ждем. А, все, наши все здесь. Отлично, отлично. Мы этой дорогой не ходили, кстати говоря, мы первый раз и ей идем. Пойдемте сюда. Пойдемте, ребята, пойдемте. Мы же так пройдем. Да, мы так пройдем. Мы вот тут и погибли в прошлый раз. Мы вот отсюда пришли просто, напрямую. А с этой стороны, я думаю, проще будет. Warhammer 40K Space Marine. Ну, она, в принципе, прикольная была. Но что-то, короче, что-то ей не хватало. Такое себе, на самом деле, было. Чуть выше среднего. Да, может, даже средний просто. Вот сейчас топовая команда. А что это за звуки? А что это за звуки? Это Моровин с модами. А как ты угадал? Кто-то где-то бегает по трубам. Я слышу это, я это чувствую. Так, сразу начинаем раздачу говна. Они этот коридор пасут, а мы, значит, держим этот. Понятно. Отсюда-то проще будет. Бляха, наши прорвались. Не удержали. Встаем, встаем. Я же поднял их. Я поднял. Но поднял только одного. Какого хера? Сзади, просто сзади. Подожди, почему не поднимается? Я же тебя поднимал. А мне еще один почему-то накинули. Давай, родимый. Все, отлично. Сзаду!
Годное мясо? Да, качественное. У меня сейчас рука оторвется. Я это чувствую. Я чувствую это в воде. Друг друга не порежьте, хлопцы. Фух. Что-то многие жалуются, что стрим сегодня плохо работает. Отстой. Я бы сказал, что это нехорошо. Ну, наверное, так и надо. Что-то у меня FPS падать начал. Сколько сейчас? Нету пока у меня никакого воскрешения. А сегодня у меня для вас ничего нету. 30 секунд. Живем 30 секунд. Слушай, что-то мы как-то не идем вперед пока. Это боты или игроки? Это игроки, это все наши зрители. О мой бог. Ох, твою мать. А, господи, я ему еще в спину выстрелил. О нет. Спина, ребята, спина! Я все сделал, я все сделал. Мы не двигаемся вперед. Сука, сдохни. Кто со мной? Мне сейчас ноги отвалятся. Они бегут, я их слышу. Мы идем, твари, вы слышите? Да тут мы! Левел ап, левел ап. Что-то мне дали, но не смогу посмотреть! Я не успел, твою мать! Блин, ну чуть-чуть не сдержали. А я это все делал. Как тебе поезд на Пусан? Вот так вообще. Я сегодня весь вечер говорю, под впечатлением, понравился. Ты не настоящий Space Marine. Space Marine только вперед. Ну, может быть, может быть. Блин, я почти посмотрел эту штуку. Ну, ладно, хорошо. Но было прикольно. Команда была хорошая, реально, мы круто держались. Скажи, хорошо держались. Мне нравится этот класс. Я почти открыл пушку. Ты какими-нибудь сериалами увлекаешься, как тебе Сорвиголова? Да, я первые два сезона смотрел, жду третий. Нравится. Так, Black. Просто Black Уфа, короче. Хватит вот этого вот, потому что я уже сам путаться. Начинаю какой-то по счету. Пароль 1999. Friendly Fire включен. С Friendly Fire играть гораздо интересней. Как ты думаешь, дружить с девушкой на 17 лет старше тебя норма? А чё нет? Ну, если тебе норм, ей норм, то кому какая разница? Ну, другое дело, если тебе 10 лет при этом. А так, в целом, вполне себе норм. Ну, я так считаю. Ну, зачем ты у меня это спрашиваешь? Я еще раз говорю, я никакой не семейный психолог. Блин, взяли вот это вот, короче, устроили. Я буду... Я, наверное... Блин, мне этот класс понравился, но я... Так меня постоянно хилить надо, я буду подводить команду. Давай я буду тем, кем я играл, я уже как-то... Скрытая реклама, непонятные поклашки. Да. Вообще, эта бутылка, она с этого, с Алиэкспресс. Я ее заказал, потому что, ну, в общем, на стриме мне постоянно надо пить, иначе у меня горло пересыхает, много базарит, ну, ты понимаешь. Вот, я туда либо сок заливаю, либо этот, потому что сок, он и тому подобное, это тупо. Влад Цас, за симпа император, хорошо, хорошо. Артур донат читал, а вот только что, допустим.
за хиллера go. Да нет, он хиллер есть. Есть Evil Dwarf. Злой Dwarf есть. Тони Фишер. Пока что команда в основном та же самая. Но я думаю, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Мы же прекрасный суп заварили. Возьми другой класс. Я поднимаю людей. Это их очень неплохо спасало на протяжении последней миссии. Вот это вот. Ну реально прикольная игра, я не знаю. Я думаю, мы много тут зависать будем, когда игра выйдет. А может и немного. Может один раз пройдем. Тебе пора расширять свою деятельность. Теперь ты еще и семейный психолог на Твиче. Варнетик, да, я при этом вообще не понимаю, зачем у меня это спрашивают. Как будто я не знаю, как будто я 10 раз был женат. Причем 9 из них на мужчинах. Вот это вот. Что я тут могу сказать-то? Какого за пулеметчика? Я вчера весь вечер за пулеметчика играл, по сути. Надоело. Давай, своим мужественным голосом расскажи нам. They're launching counterattacks against the perimeter, threatening the integrity of the landing zone on the Алефрос. Компания тоже в коопе. Не знаю, но там есть отдельный кампейн, есть мультиплеер. Не знаю. Ого, как все быстро загрузились, ты посмотри. Суп заварили! Алабар! Прикинь, в космосе, да? Те же 53, опыт, там все дела. А, ну если в этом ключе, то может быть... В смысле лампочки не тушатся? Плохая игра, не 10 из 10. Нахрен в такое вообще играть? Интерактивности 0. Не зачет. Вот здесь снизу мы бегали. Вот это вот мы пробегали. Вот буквально вот тут вот. Короче, на нас огромный накат был. Я тебе говорю. Ты For Honor на чем играть будешь? На чем быстрее пришлют, на том и буду. Если ни на чем не пришлют, то на ПК куплю и буду играть. Так, с нами 2 человека. Это значит, что... Все хорошо, но не настолько, как могло бы. Потому что с нами должен быть еще злой дворф, но его по-прежнему нету. Давай пока посмотрим на эту машину. Сейчас, ребята, сейчас вон Evil Dwarf грузится. В смысле остывает? Я же хотел нарисовать елочку. А получился член. Я не хотел. Это пафосные лампочки. А, ну хорошо. Go over there. Come on. Фурзенперор. Разберитесь пока. А, ну да. Так, чат, напишите мне, как двери хакать. Это каждый класс может. А то я так и прослушал. Потому что у нас... Человек, который этим занимался... А, тут ирр. А, я же дверь сломал, господи. Хотел хакнуть сломанную дверь. Каждый может быть хакером, ну, дверь закрывать за собой, именно что, хакать ее, или какой-то определенный класс. Это первое, и второе, напомните, кто мог хакать турели, какой класс, как он по-английски называется. Что же нам делать с ультрамарином? Вот смотри, вот это я понимаю тимплей, чувак заходит и сразу уходит с линии обстрела. Вот это я понимаю. Зажимай Е, так не работает же. Может, я что-то неправильно делаю? А, уже заблокировано. Каждый держи кнопку. Может, я обманываю. Ну, вроде нет. Ну, но если да, то окей. Я буду это делать. Где же ты? Иди
сюда, твою мать. Вот так. Вот это я понимаю. Хакер. Не хактер, а хакер, да. Оказывается, это космодесантники рисуют члены в моем подъезде. Нет. Ну ни при чем. Ну тут вообще не при делах. Ау! Ты же должен был быть мертв, мерзавец, подонок! Космический еретик! Я убью тебя, сволочь! Мерзавец! Значит! Ау! Убейте эту попу! Сейчас же оно вылезет там, а вон оно. Ясно, понятно. Ты же с дробашом играл. Дробаш открывается у другого класса и через некоторое время. Он открывается у хилера. А я сейчас играю за воскрешателя. А у этого класса открылась какая-то мега вундервафля, но я в итоге не успел ее попробовать, потому что в ту же секунду, как она открылась, убили всю команду. Команда меня снова подвела. Давайте выходите, мерзавцы. Буду убивать вас. Что же? Стоим, стоим. Стоим. Давайте, ребята, давайте. Заходим. Заходи, закрываем дверь. Бля, в этот раз слева пришли. Что-то мы по одному и тому же маршруту ходим, короче. Надо это менять. Вон, в прошлый раз пошли по новому маршруту. Как прикольно это было, да? Так, заблокировано. В прошлый раз мы вон отсюда пришли. Ну, ну в натуре больно же, ну. Быстрее! Привет! Людик, сволочь, сдохни! Ай! Как ты тут взялся? Вообще-то, мне немного больно, но я не уверен. Потому что, судя по моему скафандру, не так уж мне и... Так, ребята! Ребята... А, ну уже все. Засадил тиммейту. Ты говоришь, как будто это плохо. Хорошо, вы готовы? Я нажимаю. Чувак! Ого. Ай. Ну, больно же. Я остаюсь здесь, я держу этот проход. Тардис и Вилбокс ресабнулся в третий раз. 3 месяца, ура, люблю тебя по-гейски. И тебя тоже, Тардис. И ты-то она, по-моему. Спасибо тебе большое. Mission status acceptable, brothers. Destroy the nest of Xenos in the adjacent planet. The lion guides out here. Стреляйте по ним! Стреляйте, их слишком много! О, посыпало дерьмо. Быстрее убить еретиков! Ой, мама! Перезаряжай, родной! Перезаряжай! Твою мать! Фух. Кажется, у меня что-то оторвалось. И это явно не нага. Это не монстры. Это подонки, мерзавцы. Я не знаю. Ну, что тут начинаешь вот это опять? У меня рука болит. Фури, пожалуйста.
тебе! Нет! Тардис это она, да. Я знаю, что да. Но просто вдруг это другой Тардис. А прикинь, вот это обидно будет. Apothecary required here. Where? А тебя лечить, говорит, не буду. Отсюда полез. Закрыл. Это та самая Тардис. Ну, мало ли. Я же не могу всех вот прям по никам помнить идеально. Они не отсюда лезут. Это странно как-то очень. Что-то все дрожит. Олег Гусь. Здравствуй, Владик. Гоп, после стрима пошалим. Я не понял, но хорошо. Это между собой переписка, но возбудился почему-то я. Не знаю. То есть оно все-таки рандомное во многом, несмотря на то, что очень многие моменты повторяются, оно все время немного по-разному. Я просто помню, что вот эту Тардис я люблю. А других бы не любил так. Так, бежим, да, вот отлично. И перекрестное перестреливание. Гениальная тактика. Ну или стреляем друг другу в спины, что тоже неплохо. Ох, полезло дерьмо. Не загораживаем проход. Ау. Опять по своему попал. Ну а чё он вот это вот начинает? Где ты есть-то там? Где ты упал-то, родимый? Так, все, поднял вроде. Да, тебя едят, парень. Парень, тебя едят. Вставай, родимый. Вот, наконец-то, господи, нормально сработал. Прям вот надо на его место встать. Что такое ваха? Это мясо. Мясо под железными ногами. Ну, а получи будешь тут еще. Санчес 028, спасибо большое за подписку. Люблю тебя по-гейски. Так. Видишь, все котята в чате, они для тебя. Ты знаешь, почему это происходит? Слушай, мы вон там не были, а что там? А там ничего. А тут у нас... ясно, 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 понятно. Ну ладно, пойдем, пойдем, хорошо. Можно, кстати, другой цвет фонарика выбирать. Можно более холодный, более теплый выбрать. И это хорошо. Так, сейчас будет мясо. И в этот раз мы к этому гнезду пришли не оттуда, а пришли отсюда. Это, наверное, не очень хорошо, потому что... оттуда было проще. Хотя нет, там мы в итоге и погибли. Лучше вообще всем одним кулаком держаться. Но Evil Dwarf пошел уже сюда, поэтому ладно, давай попробуем. Это вообще не очень хорошая тактика на этой сложности. Потому что со спины по-любому подберутся. Вот, я говорю.
Лучше всем быть. Я надеюсь, что он пойдет. Вон, они уже отступают. Да сдохни ты, твою мать! Ты чё такой живучий? Спокойно жжем тиранидов. Оно лезет. Нам нужно держаться все вместе. Ну что же вы разбегаетесь, ребята? Так, хилер наш мертв. Я подбегаю. Я не могу его поднять. Я пытаюсь. Я сделал. Я молодец. Да, господи. Зачем же выходить на линию обстрела? Вот в этом месте игра почему-то трогает ППС. Очень нехило так. Давай, родивый, ни шагу назад. Ни грамма в рот, ни сантиметра в жопу. А, господи, серьезно. Вставай, родимый, вставай. Фури, я бы тебя поднял, но у меня не хватает. Какая сложность, предпоследняя стоит. Friendly Fire включен, поэтому увеличиваю в два раза. Так, здесь мы разобрались между тем. Разобрались, отлично. Видео с Тосей было? У Даши на странице оно... О-о-о-о, какая интересная штука. Подвинься. О-о-о-о. Подожди, давай я схожу наверх. Давайте посмотрим, что здесь есть. Просто посмотрим. У меня, кстати, ножки болят. Чуть-чуть. Запцы раскидали здесь своих сраных гранат. О, здесь проход. Проход, который ведет куда? Проход, который ведет назад. Вот сюда. Сюда нам не то, чтобы... Ой, простите. Свернул игру. Сюда нам не то, чтобы надо. Не знаю, давай сходим. Да, просто посмотрим, что там есть. Ломай. Что мы тут такое нашли? Здесь есть какой-то проход, но он перекрыт. А, вообще нам не сюда, как бы. Я понял. Это то место, где мы в итоге... здесь у нас финиш где-то будет, по-моему. Да? Это же оно? Да, хорошо, ребят. Погнали обратно. Это, короче, это место. Сюда в самом финале миссии надо уже отступать. Ой. Мы дверь заблокировали. Ну ладно, отсюда пойдем. Ладно, идите. Там разберемся. Хорошо. О, у вас тут порядком. Лежать, сучье вымя. И ты сдохни! Сдохните все, мерзавцы! Больно! А, все, нормально уже. Мне вообще показалось. Прости, мне показалось, что у меня только голова осталась нормально. Казалось, у меня только голова поломана. Ну-ка, я по голове дают, оно обычно такое бывает. Назад пути нет. Все, отлично. Сохранится? Я сохранился только что. Ну что, ребята, куда пойдем? Давайте пойдем туда. Он Фури у нас знает, куда идти. Лежать все быстрее!
Что-то у них там накат какой-то, походу. Я думаю, они справятся. Я прикрою пока это направление. О-о-о! Вас там еще хватает. Прикольно вам там. Так, и что вы там в итоге нашли? А, вы все равно сюда пошли. То есть это все было зазря? Понятно. Слушай, ну они вот этот, короче, накликали беду на себя. Теперь придется страдать. Сейчас его снесу. Сомкнуть ряды, спартанцы. Ну давайте уже сходим тогда. Раз уж тут, блин, такое накатище, то, наверное, это что-то да означает. Наверное, там что-то хорошее есть, нет? Фури, ну я все понял. А, там уже тоже катят. Мало патриков осталось, мало. Что-то они не прекращают идти. Может что-то с этим сделать, нет? Пойдем. Нет, они решили пойти туда. Ладно, пойдем. Пойдем посмотрим. Он явно что-то знает. А, он заблокировал эту дверь. Что ты делаешь? А, ты обратно открыл? Нет уж, теперь давай пойдем посмотрим, да? Да нет, тут же выход, походу. Чем мы сюда приперлись? Ну, с другой стороны, маленько поэксплорить мне. О, понятно. Влазь, быстро! Быстро вылез! Ясно. Из тиранидов суп наварили? Да, офигенный суп наварили. Вставай, тварь! Не вставай! Да господи, вы ж кончитесь тут вообще, нет? На кой хер мы сюда поперлись? А, блин, я пересаживаюсь. Да пойдем уже, реально! Парни! Парни, вы должны идти с нами. Follow my lead, brothers. Что? У меня на весь экран вылезла какая-то херь. Отмена. Я надеюсь, тут никого не убили, пока вот это вот. Кто бы кого подлечил, а? I will go ahead. Follow me. Apothecary required here. Move. Фури уже бомбануло, похоже. Подвинься, родной, подвинься. Так, подхилились все, окей. Ну ладно, чё, я надеюсь, что с этой стороны мы нормально подойдем туда, куда нам нужно, к этому гнезду. Вылазь, тварь, быстро! Не мешай, не, не надо. Защищать противника надо. Да блин, господи. Не иди ты в ближний бой, зачем ты это... Ну ладно. Они лучше, наверное, знают, что они делают. Фури, ноу! Вставай, родной, вставай. Я отдельно. Я надеюсь, сзади никто не подойдет. Потому что вперед я стрелять вообще не могу. Узкие проходы не для нас. Два вот таких чувака помещаются, и все, и пипец. Фури, я все понимаю, но ты этот, хилил бы людей лучше. У нас тут огневой мощности хватает, не хватает хилеров. Фури, очнись. Будь хилером. Фури.
Да, давайте нахер ее сломаем. Отлично. Попробуйте раз пройти без реза. Зачем? Если игра, как бы, это ее суть, это ее баланс. Ну, типа, можно, но... Зачем? Так, я 4-го левела уже, но у меня не открылась вторая... Да бляха, хватит всякое говно выкидывать, обновления всякие. NVIDIA! CCleaner, Windows, uTorrent еще вылез, и все за один стрим. Прекрасный суп наварили в эту ходку, мне понравилось. О, отлично. Блин, только теперь пережить этот накат, и потом мы посмотрим. Что это я открыл такое? Так, я думаю, они справятся, а я посмотрю, что в итоге у меня за новая пушка. Так, Spear of Caliban. Так, только своих можно херачить, поэтому надо быть поаккуратней. Мне лучше в толпу не стрелять, я так посмотрю. Ого. Это ты зря, тварь. Вот это он рвет. Ну своих тоже можешь рвать, между прочим. Так, все, подхилился. Лежать, сука. Слушай, я теперь страшный человек. Какой баланс? Нихера вообще баланс, оно просто рвет всех. Так, руке больно. Я ж тебя попал сколько раз, ну. Так, ребята. Отлично. Хорошо. Обилка на 2 это защита. Защиту надо применять, когда в ней толк есть. Вот сейчас, по-моему, самое злое дерьмо станет. Да бляха, этот сраный ящик. Я бы, пожалуй, закрыл эту дверку и больше сюда никогда не возвращался. Прикольно. Это ПВЕ, ну да. Где ты есть? Откуда вы беретесь? Откуда вы лезете? Фух. Да сдохни ты, твою мать! Да сдохни ты, твою мать! Здесь тупо больше никто не живет, когда я стреляю. Ой, только оружие заедает. У меня пушка заедает, оказывается. Охереть. Все, погнали. У нас киллера все меньше. Лежать, сучье бымя. Я нихера не вижу. Просто жмурюсь и стреляю тогда. Отлично. Так. Я хилюсь потихоньку или что? Походу, что да. А, вот, теперь я хилюсь хорошо. Но здесь же точка подхила стоит, как бы. У всех слона шита в дырки широкие. Че? Не знаю, что ты хотел сказать, но мне понравилось. Нет, нет, не открывай, нет. Ну его нахер. Ну куда же ты выбежал? Прям в центр, ну. Дверку надо закрыть, закрыть, да.
Я ее заблочу. А, во, могу, все нормально. Place an auger primus at the attached coordinates. Place the data transmitter. It will send information about nearby defense and energy systems to Grandmaster Baliol, so that he can triangulate the location of the ancient ship. Я надеюсь, никто не нажал кнопку пока. Хотя, думаю, нажали уже. Ребята, закройте все двери, иначе нам жопа. Move to this point. А, нам уже идти надо, господи. Ну ладно, пойдем, 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 пойдем. Прикольно здесь. Такие технологии. И кишки кругом. Угу. Клево. Голос Альфреда. Кто дверь сломал? Ну что за вот это вот начинаете, да? Это вы у меня в подъезде весь мусоропровод обосрали, да? Понятно. Все как обычно. Все как всегда. Пойдем. Я просто боюсь стрелять своей штучкой. О, я вижу секретный проход. Или нет? Ты чё плюешься? Ваншот, серьезно? Ванш, бляха, парни, живите! Давайте не будем умирать в самом финале. Ну, я не знаю, короче. Походу, эта ж тварь как-то неплохо так всех ваншотала. Ой, ладно. Короче, на этом на сегодня хватит. Я наигрался, и вы вроде уже наигрались тоже. Давайте немного поварим суп. Ну, на этом, в общем, заканчиваю на сегодня. И все, вот теперь точно уже до выхода игры мы не будем возвращаться к бете, потому что эту карту мы уже пробежали много раз вперед-назад. Вот. Алекс Свитхоу, спасибо большое за саб. Феникс, спасибо за саб. В 9-й раз. Ура, что ли? Артур, привет. Ну, типа, да. Угу. Взяли, убили, короче. Угу. Так, ладно. Майк Тинли пишет. Количество мидихлорианов в твоей крови зашкаливает, юный подаван. Да прибудет с тобой... Кто-то там. Там что-то этими. В общем, Black Skywalker. Уровень долго еще проходить? Да нет, там уже все, там уже финал, по сути, был. Ирина Горячева рисовалась третий раз. Я уже почти большая, поздравишь? Конечно. Будь всегда такой же умный, красивый. И продолжай нас радовать своим, без сомнения, сексуальным творчеством. Потому что оно очень нравится людям. И мне, и Даше, и всем. Спасибо. Вот, 3 месяца это хорошо. Да. Ты пропустил секретного тиранида? Да, хорошо. Ладно, короче, так. Давайте посмотрим, арты у нас там сегодня были, нет? Я сегодня вот лучше, чем просто просидел бы, сейчас какой-нибудь фильм просмотрел. С вами интереснее время проводить намного. Реально топовей. Да, арты есть. Владислав Монах. Ну, типа, за императора. Подожди, это мы вчера видели. Когда ждешь финалку, но Ваха тоже ничего так. Угу. Завтра финалка будет. Все будет завтра. Сегодня она припоздала. Спасибо большое, Серег. Саша Воронов. Привет, Артур. Спасибо за прохождение игры, особенно за хорроры. По скриптум, 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 скриптум. Скриптум. Ахахахаха. Хорошо. Пора варить великий суп из парея ног и гинокрадов. Конечно, Грогнок такой. Уйди, пожалуйста. Я думаю, ему бы тут не понравилось, на самом деле. Вступление в армию Империума лишает человека ксенофобии. Бояться нечего, жмурься и стреляй. Хорошо, Костик, именно так мы и делаем. Ой, хорошо так сегодня. Warhammer of Busan. Блин, прикольный фильм, посмотрите, реально.
Глеб Синицын. Глеб, я такой англичанин стал. Глеб. Привет, Артурка. Маленькая предыстория. Арта, сижу, я уже заканчиваю монтаж своего видео, и приходит сообщение Артура. Артурка стрим начал по Warhammer. Я включаю, значит, а ты там про Бусан. Я как раз сегодня ролик про него смотрел, а таким образом соединились у меня в голове ты, Warhammer и Бусан в один большой или больной арт. И все, понесло. Пришлось рендер отключить. А, рендер, ясно. По скриптам, спасибо за атмосферные смешные ролики. Смотрю тебя лет 5. Именно ты и дал смелость мне завести свой канал. О как. Счастечка тебе, здоровечка. За это тоже спасибо. ППС. Сколько программ изучила за полгода? За все обучение в универе столько не изучал. Это всегда так. Когда самому надо, такому учишься. Я хочу начать озвучивать книги. Как думаешь, получится? Не знаю. Откуда я знаю, что твой голос не слышал? Амиргали Малаянов пишет. Я сделал мой первый арт. Критика приветствуется. Амиргали, это прикольно. Реально. Такой вот это вот... Вот, а тут такой, ну, ему смолото. И кровь, кишки, поэтому все как надо, все хорошо. Реально неплохо нарисован. Игорь Мищенко. Грогнак крафтить. Грогнак сделали пушка, Грогнак молодец. Гнуть пушка. Плохая пушка. Не отстреливать пах. Грогнак меткий. Нравится. Хорошо, Игорь. Станислав Полянцев. Скажу честно, рисовал не я, но в связи с запуском стрима не удержался и отправил. Спасибо, Артур, за чудеснейший стрим, шикарный суп и куча эмоций. Спасибо, Станислав. Ну, я это удалю, потому что это не арт. И это даже не твой рисунок. Но прикольно, да. Мы посмотрели. Я тут накалякал такие, но допилю как-нибудь. Очень жду игру и очень жду возможности поиграть с вами в коопе. Спасибо за приятный ламповый пафосный стрим. И я не успел вчера. Сегодня успел зато. Все нормально, Ян. Есть сила. Чё это? Чё это у него? Это в руках у него? Чё это? Чё это? Ладно, Андрей. Ты очень долго рисовал это, да? Хорошо. Сунику. Никита, это же Сунику. Сунику, это всегда хорошо. Так, ну и вроде все, я сейчас обновлю на всякий случай, только музыка может заткнуться, но это не страшно, не страшно. О, появился новый арт, тут я вроде все показал тоже, да. За императора можно и без ног, это такой момент был прикольный. Это ножны, а, ну да, я так и подумал. Так, хорошо, подожди секундочку, сейчас музыку включу по новой. Вот так. Я про суп опять, я буду банально. Спасибо за прохождение. К сожалению, не успел исправить надпись «Прорисовывать кровь, когда тебе...» прорисовывал кровь, когда уже решили закончить. Раника, все топ. Зачем тут что-то исправлять надпись? Все нормально. Спасибо за творчество. Благодаря тебе решил поиграть во второй Fallout и Thief. В последней дико страшно играть. Даша из-за этого последнюю часть вот она и забросила. Там типа прикольно было, но потом пошла страшная дичь, она такая... А сейчас бы, может, вот сейчас она уже пуганная, а сейчас, может, и прошла бы. Вот, если кого надо, просить у нее. Она сейчас вот подобно играет. Да, бета вот появляется вот так вот. То есть она появляется в списке. Сейчас, подожди секунду. Вот, в списке появляется игра. Понимаешь? Не просто ты где-то там качаешь. Если у тебя Deathwing есть, то, соответственно, у тебя появляется и доступ вот к этому. Вот, вот, вот. Да. Так. Все вроде. Вроде да. Подожди. А что тут у нас? Подожди. Ну-ка. Я Трамп? Артур, ты наркоман. Бить в пах неверным. Артемий, я это вчера показывал. Не успел отправить к концу стрима, но да не страшно. Впервые решил нарисовать что-нибудь во время стрима. Получилось не очень по скрипту, Артур, ты лучший. Да прикольно, ты че? Нормально же. Все круто. За императора спасибо, за стримы, за игры. Пусть у вас все будет от души. Илья, спасибо. О, топ. Привет, Артур. Морган вернулся. Зубы почти не болят. Прости детализацию, но я спешил. Белый холодильник волчара. А, прикольно, Морган. Слушай, а где я остановился, если я в итоге вот так вот? Ну вот это я показывал. Вот это я показывал. Вот это я показывал. Вот это я показывал. Ага.
Это я показывал. Как-то странно, короче говоря. Я не знаю. Но вроде все. Вроде все. Вот. В общем, сегодня был достаточно пафосный стрим, я считаю. Я жду эту игру, как ты понимаешь, зритель, довольно-таки сильно. Она меня прикалывает, она мясная, и в нее прикольно играть с подписчиками. Удобно. Сегодня сетевой код был получше, чем вчера. Это тоже хорошо. Завтра днем выйдет первый взгляд на Final Fantasy. Я ее сегодня дождусь, отмонтирую там и тому подобное. А вечером мы начнем плотно в нее играть. Завтра еще будет стрим. Вот, по Final Fantasy. Завтра. А может не вечером, может мы начнем где-нибудь там, я не знаю, в 4 по МСК. Посмотрим. Как пойдет, в общем, по времени свободного, может успею. Ладно, как бы там ни было, короче говоря, я сейчас делаю следующее. Я говорю, модераторы, вы все очень большие, молодцы, а пока вот такие-таки, о-о-о. Я говорю, подписчики и просто зрители тоже клевые ребята, которых всех хочется прямо обнять. И все такие умиляются, начинают жмуриться, а потом такие открывают глаза, а меня-то нет. Вот так вот. Всем пока. Всем пока. Вот его я съел, стал он моим совсем.